Большой привет всем зрителям, а особенно подписчикам канала. Спасибо, что вы вместе со мной. Сегодня мы посетим общежитие Ильичевского района. В нем поселили погорельцев, которых мы навестим. Как у вас дела здесь? А у вас? У нас хорошо. Люди дома? Ну, да. Кто дома, кто это. Да. Мы сегодня с костюмами теплыми и с продуктами. Большие наборы. Угу. Все, мы можем раздавать? Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какая прическа новая, вас и не узнать. У нас сегодня... Костюмы теплые, но нужно размер вам примерить, посмотреть. Смотрите, я вам даю 54-56. Все, мы ждем, когда вы примерите. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы к вам снова с наборчиком продуктовым. И 58-й мы померяем костюм. Да, посмотрим, какой. Посмотрим, как по размеру. Осторожно. Ну, да. Мне кажется, пойдет. Отлично. Да, он еще потянется на хлопок, да? Да, да, хорошо. Прям отлично. Да, нормально, все нормально. Все. Штаны и штаны подойдут, тоже широкие. Спасибо. Все хорошо, мы привезли теплые костюмы. Большое. Пожалуйста. Спасибо. Мы привезли теплые костюмы, спасибо, будем раздавать погорельцам. Пожалуйста. И наборчик продуктовый. Пожалуйста, а вы не спасибо. Унывайте. Да, мы не унываем. Да, хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Да. Да. А что вам говорят жильем? Вы ждете что-то? У меня все сгорело, нет пока. А квартиру? Документы сначала делайте. У меня документы половина есть, половина... Не доделала еще половина. Теперь надо доделывать, а потом... Ну вы ходите, делаете? Ну сейчас нотариус не работает, мне через нотариуса. Ну в общем, короче... Пока еще не скоро, да? Ну когда мы ждем, надеемся. Да, самое главное не унывать, надеяться, ждать. Спасибо. А там будет. А пока здесь живите. Да, еще, у нас здесь хорошо, на такой персонал хороший, такие девочки хорошие. Вот, персонал хвалит, это всегда хорошо. Владимировна всегда с уважением идет, и все девочки, все на рецепшене, молодцы, все молодцы. Хорошие девочки. Все. Ну, хорошо. Дай Бог им здоровья, и вам тоже пусть. Хорошо, и вам всего спасибо хорошего. Спасибо за все, спасибо. Пожалуйста, большое. Все, до свидания. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. О, это новые, да, мы не видели раньше. Как вас зовут? Валя. Тетя Валя. Тетя Валя, да. Вы одни живете здесь? Ага. Одни, да? Да. Мы к вам с наборчиком продуктов сейчас вам принесем. Это погорельцы, да, Оксана? Да, у нас есть. Вот Оксана с нами, ее люди хвалят, говорят, молодец, Оксана Владимировна. Давайте им наборчик сразу отнесем. Наборчик вам продуктовый. Ты еще упаду. Да. А вы присядьте. Как вам в нем? А мне не надо. Они сюда тоже не молодой, когда же. Триглан, он должен быть свободный. Да, нормально. Нормально. Размер как вам? Не дать поменьше? Нет. Не надо? Пусть побольше будет, да? Нет, не надо меньше. А, точно. Нет. Нормально. О, все, отлично. Тетя Валь, костюмчик подобрали? Класс. Наборчик передали. Два пакета, это вам наборчик продуктовый. Я не слышу. Да? Наборчик продуктовый на столе стоит. Это вам. Два хорошо. Пакета, это один набор. Хорошо, спасибо. Вам всего хорошего. Хоть как-то, но все равно стараюсь. Стараюсь двигаться. А вы здесь недавно, да? Да недавно. Ну, не с 30 числа последнего месяца. С чего? С февраля 30-го? Нет. Не бывает 30 февраля. Того месяц. Февраля. Так не бывает февраля 30-го. 35, я забыла уже. 28-е может? А? 28-го может быть, нет. Я уже не помню. Ой, девочки знают. Тетя Валя говорит, 30 числа последнего месяца. А последний месяц был февраль. Тетя Валя, ну до свидания вам. Ну, да вам счастливо. Да. О, Муршида Хасизовна, да. Правильно? Да. Посмотрите, какая красота. Да. Теплый костюмчик, все. Мы довольны очень. Только где стирать будет все это? Ничего, как-нибудь. На ушко что-то надевать там? Только. Вам всего хорошего, не унывайте, пусть у вас все получится с лечением. Я хотя бы радости с вами поделилась. Номер, ну давайте. Наборчик продуктовый куда поставить? А давайте я вот сюда. Ага, спасибо огромное. Запишите. Пожалуйста. Номер я. Такая радостная, да, говорит, да. Грустная была. Костюмчик, да. Подошел. Как раз поедете лечиться в нем. Вот там, да. Ты и халатик там. Ничего не было. Да? Мне тут мужскую, да, на весну куртку ставят. Буду беречь на Москву. До лета не дойдет время. Хорошо. Все, до свидания вам. Да. Спасибо. Спасибо всем добрым людям. Мы смогли привезти вот такие замечательные теплые костюмчики. Будем раздавать всем, кому подойдут по размерам. Здравствуйте.
О, так вас уже нарядили. Какая красота. Нарядили. Удобно по размеру? Да, хороший. И наборчик передали. У Надежды Ивановны тоже проблемы с документами. Совладелец был на жилье и пока отказали. Живет здесь? Надежда Ивановна, терпение вам. Пусть все получится у вас с жильем. Все. Костюмчик подобрали и наборчик продуктовый тоже передали. Спасибо большое. Пожалуйста. Все, не унывайте. Всего хорошего вам. До свидания. Ой, до свидания. Пожалуйста. Как вас зовут? Тура. Ты Чур? А вы здесь с кем-то еще живете, да? Да. Давайте померяем костюмчик. Ты Чур? Мы вам привезли наборчик продуктовый и костюмчик теплый. Ой, спасибо. Давайте посмотрим размер. Да, здоровье, как обычно. У нас есть большие. Чуть Валя с нами. А мне кажется, больше надо. Ой, маленький. Маленький, маленький, да. Маленький, да. Такой это цвет как раз идет, говорит. Да, я знаю. В чем ты знаешь, что я по профессии конструктор-модельер. Модельер, так что я знаю, что мне идет. Конструктор-модельер. Это было тогда уже. Мне сейчас делать. Еще этот конструктор клал, подкладываешь. Мне кажется, размер отличный. Отличный, да. Да, этот хороший. Вот смотрите, брючки. Ну, брючки хорошие. Брючки будут хорошие. Длинные, я вам спасибо. Ключуры, наборчик продуктовый сейчас. Да, да, хорошо, он на нее будет. Он знает, хорошо, да. Померяем, да? Не надо, у нее рука, она не поднимет. Ей только гипс сняли. Гипс сняли. Она не может руку поднять. Будет хороший. Ну, так по спине очень даже хорошо. Это ваше. Хорошие, да, по размеру? Ух, какой красивый карман. Как вас зовут? Катя. Екатерина Александровна. Екатерина Александровна. Будем знакомы. Да. Один наборчик Екатерине Александровне. Второй наборчик вам. Спасибо большое. Пожалуйста. Наборчики передаем. Ой, какой костюм. Очень хорошо вам. Спасибо за костюм. Пожалуйста. Вот радуются люди одежде. Да, да, да. Вам всего хорошего. Здоровья вам. И вам. Хорошего всего. Спасибо. И вам спасибо. До свидания вам. До свидания. Вот я еще какую-то рубашку затяну. Хорошо. Но Вальдевар специально режет себе футболки, чтобы надевать было удобно. Мы наборчик передаем. Дядя Володя в пиджаке. Наборчик передали? Не один уже у него умер. Дядя Володя, до свидания вам. Это уже. Здравствуйте. Людмила Гавриловна. А вас как зовут? Екатерина Викторовна. Екатерина Викторовна. Угу. Костюмчики примеряем. Хорошо. Да. Да, все. Угу. Наборчик обещали, один. Обещали. И наборчик обещали, обещали, обещали нам, что да. Поломают дом наш. Капитальный вот. Ремонт. А теперь делают капитальный ремонт. У нас один подъезд полностью наш сгорел. Шестой подъезд, он полностью сгорел. До ниточки с иголочкой. Значит, вам просто нужно подождать, да? Все ну, будет. Сказать, главное, чтобы делали. А у вас как дела с жильем? А у нас еще на очередь не поставили мне. На квартиру, да? На квартиру. На Солнышко, а это что? Это опять наборчик занесли, вам. Да, да это мы принесли. Один вам и один вам. Два пакета, спасибо. Это один набор. Но у вас делаются документы, да? Да, 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 делаются, делаются. Все, я тогда вам деньги желаю... Деньги нам еще не выплатили на ремонт. Еще не сделали. А, у вас будут еще выплаты, да? Ну, вот это что спросители должны. Ну, мы пойдем дальше. Спасибо. Вам спасибо. Всего хорошего. Натушки, и... Вам здоровья. Здоровья, да. И душевного тепла. Да. Хорошо. Спасибо. Это когда главное. Душевное тепло, когда есть с кем поделиться, кого обнять, это просто прелесть. Хорошо. И вам всего хорошего. Спасибо. Пусть у вас все получится жильем, да, да, дождаться. Да, все, до свидания вам. До свидания, до свидания. Ну, костюм будет нормальный. Точно? Точно. Ну, что вы меня поедете? Я ручаюсь, что будет точно. Да? И наборчик продуктовый тогда сразу давайте. Пожалуйста. Я занесу спортивный, можете идти. Всего хорошего вам. И вам тоже. Здоровья, всего чего. Спасибо. Тетя Люба и дядь Коля, муж с женой. Костюмчики подобрали, по-моему, отлично. Наборчики передаем. Пожалуйста. Всего доброго. Я снова выражаю огромную благодарность всем добрым, замечательным людям, которые не проходят мимо чужой нужды. Спасибо вам большое-большое от меня, от людей, которым мы помогаем. Пусть ваша доброта вам вернется много-много раз. А я желаю вам счастья, здоровья. Не унывайте. Я также благодарю сердечно всех тех, кто поддерживает меня лично. Спасибо вам большое-большое. И всем пока-пока. Это Лиза. Она погорелец. Я на ее команду уже помогали ей. В этот раз решили помочь ей
с посудой, так как все сгорело при пожаре. И она, команда, дает ей посуду и продуктовый набор. Спасибо большое Яне и ее команде, добрым людям, которые помогают и не оставляют нас в беде.